Мир вам, друзья! Сегодня буду играть на Кирилле Скинке. Обожаю этого персонажа. Кстати, я был уверен, что у нас будет стоять рингмастер. Но рингмастеры, как видите, свои взгляды. Так, хорошо. Денай сразу выписываю. Рейнджевика заденать не смогли, играя на один, играя в пати с Ваней. Всем привет. Я бы прокачал стан на первом уровне, но... Так вышло, что у них Магнус 4, который вообще подходить не будет. Этот рингмастер мог бы подставиться под стан винги. Добиваю третий Денейл из хитов, правда, пока что. Не так много, как этого хотелось бы. Но линия идет в нашу сторону. Ты видел, что Магнус пытался сделать? Нет. Зафармить малый спот. Заблочить с опозданием и потом зафармить его. Чтобы мы отводить не могли. Точнее, чтобы ты отводить не мог. Так, левел 2 у меня на вору сейчас. Я ж крипа не добил, как левел 2 спешил апать. Ну, криты первого уровня, конечно, совсем не какущие. Иду крипа, сейчас будет левел 2. Не прокатило все равно. Нормально, нормально. Я выложу тогда шматье. Угу. Так, надо стики игры дануть на этой линии. Вести меня хочет. Не увезешь. И меня не увезешь. Давай перекладывай, спасибо. Супер кайф. По крипслату прям кайфую. Там оба героя 0 брони. У тебя как крик откатится, начиная в присла. Я пока крипов подагрю сюда, чтобы их не терять. На Магнусу переключиться. А, думаешь, добьем? Мне просто муспида чутка не хватает. Фокусник. Жесткий фокусник. Так, я за лотцем побежал сразу. А, крипов к таверу привезешь? Да. Давайте я каплю возьму против Магнуса. Сейчас идет. Десять стиков у меня. Ой, 10 стиков у Вани, 18 у меня. Это ли не чудо, это ли не сказка? Под следующим бафом танка хочу быкануть на Бредресла. Угу. Баф танка еще нет. Все нужен. Как же вовремя. Мандровочка вернулась. У меня второй критовый, но у меня бацы еще очень далеко. Ладно, 6 секунд стана. А, ты не хочешь идти? Вау! Вот это ренжа. Так, там сейчас опачка супер. Не, вернись. Нет, не вернусь. Давай на базу, наверное, иди. Ты на один, шоквейв. Подожди, ну почему? Надо под тавр заводить всех крипов, иначе никак. И продолжаю по одному их тянуть сюда. Так, вот сейчас придется это все дерьмо танчить. Спешишь. С весельем. Не, без крита в 2 вообще не по шансам. Я шмоточку выложил. Из-за того милишника экспу целиком теряю.
Да неужели ему хватит? Даю ТП. Вау, не, я сдох. Переложишь шмотку? Ай. Понял. Моменты они сыгрались круто, но я сам виноват, я очень не туда побежал. Спасибо. А, лотос? Не успеваем. Очень я хорошая понял. Позиция у Магнуса. Магнус прям хорош. Магнус прям потеет. Скинемся? Угу. Кричи. С глаз в лицо бы. Нет, с глаз в спину ушел. Ладно, чутка стиков зарядили. Ничего особо не потеряли. Бристол на одном хп там стоит. Страдает, бедолага. Какой же хороший был патч, когда можно было покупать армлет до ботинка. Сейчас слишком сильно изуродовали шлем. С глаз ему отправляю. Нормально. Спасибо. Ой, мне как раз спарк упал, и хендл тоже упал. Хендл живучести больше дает. Не получилось, к сожалению, критануть брисла. О! Нормально. Как у Квапы в миде дела? Квапа в миде, кстати, очень сильно нажралась. Хотя мид на Квапе против пака фришный. Опа! Yes! Ты поймал в полете? Mm-hmm. Жесткий, жесткий, жесткий. Mm-hmm. Лотосы они уже сожрали, кстати. Не, на хп, конечно, нормально от тавра утекает. Не за что бы Квапа контрит пака, просто они оба я такие обрубки героя. Давай, кричи в тройку. Нормальные у нас замесы. Просто гадим друг другу и расходимся. Пак пришел? Или не пришел? Видимо, не пришел. Ну, для КВП микрокомбэчная, только она килс исцелить не смогла. Так хочется ульту прокачать сразу для вампиризма. Кстати, сон гвардом играет. Он на фидить не хочет. Или магн. Крит откатился. Хорошо. На. Просто прекрасно. А мне, как обычно, спит девушка и рано. Половина зрителей. И я не могу заорать нее. Ладно, уже поздно махать. Еще про лотос забыл. Чуть не выжил бристлбэк на этом лотосе. Брони мы снижаем, кстати, прям немало. Не, ситуативно. Не стал максис там. Ну, два героя без брони. И вангард ну, не особо это помогает. Плюс у нас два стана и так есть. Ты что там грязь делаешь? Ну-ка стики мне подзаряжай хотя бы. Ой.
Можем рестарт. Мастер. Я с глаз ему дал, без критам. Хорошо. Шикарно. Мне даже какой-то один килл достался. Ну-ка, это классика квоп. Если не смог спиздить все фраги, то спиздить пачку. Я точно так же сделаю на копе 1 в 1. Прям супер жадный герой, наверное, эталон жадности. Проигрывает абсолютно все линии. Но при этом скилл в лейт просто нереальный. Хорошо стелет фраги, хорошо фармит. О, слышал фростбиза. Так, и давайте, наверное, спас дизолем сыграем. Я обычно покупаю силер первым слотом. Но потом у меня... Видос заканчивается до того, как я 30 зарядов набил. Ладно, давайте я возьму второй двоечку, потому что ну, тут понятно, что замес уже не будет. Что я просто афакакачем буду заниматься. Безвылазным. Селедка через сабельку, кстати. Опа. Очень не люблю стакет. На селедке бил через саблю. Че, пригласим квапу за фармить стаки? Убиваем. Какой же он шустрый. Сап левел 1 совсем маленький рейндж. Имеет. Что это за фармливание? Не, уходим, уходим. Одного крипа и уходим. Господи, ты видел хп этого крипа? Пока. Нет, плохая, я тебя забайтил на какую-то эту дичь. Мы убьем всех. С глаз навесил. А там еще лучше. Там и без глаза Бристо, нормально. Бристо умирает. Бристо, пожалуйста, останься. Останься. Нет, останется. Нихера себе не спрятался? И со сглаза не умер. Я думаю, он башню набивает, а он просто фарму мне попиздил. Я возьму. Нужна помощь. А тебе тоже нужна помощь, да? Сможешь порыпаться? Мы подходим, мы прям очень близко. Вон там Вичблейд, слишком крутой темп у риска. Ну это что у нас в миду было? А, нет, квапа. А, на 1-3-4 квапа. Да, квапа проиграла мид. Вообще... Поразительно. Если честно. Паку сейчас крайне редко мид кто-то проигрывает. Такой герой не для выигрыша. Чисто пофармить вот. Приходит. Да, да. Поэтому игрыша удивительно. Без реинкарнации лучше свалю отсюда. У меня достаточно смертей. Я в начале игры еще предсказал 15 побед подряд. Там три игрока из вражеской команды меня не взлюбили за это. Ой, какой камбэчный килл для квапы. Сейчас у него просто левел 11 после содеянного. Накричишь на древних? Как раз громозавры.
Казнь. Да. Он сейчас с глаза сдохнет. Ой, как хорошо. Зря надо было риска свапать. Ну, ладно, все равно жив. Цел. Орел. Если бы я не свапнул этого, то он бы закончился. Я ему сам отдал. Так, и погнали, Сильвредж. Блин, куча после Сильвера возьму. Так, Мизоля, кстати, вообще прекрасный. Мне очень нравится. Талант... Некоторые выбирают вот этот, но я возьму талант на стан. Он запанный. И мне кажется, он очень сильный. Но сначала, разумеется, стан за Макшу. Успеешь стакнуть? А ты сериал про папича, кстати, не смотришь ведь, да? Не. Хотел пожаловаться, что последние серии не такие веселые. Я на варде стаки вот здесь сделал. Тихо, родной. Так, у Слардара почти блинк свап, это говно ко мне. Я стан уже нажал, просто свап. И лотос. Пак на боте, они убьют за этот лотос. Опа, смотри, что у меня есть. Я не дотянулся. Там этот вылез. Ринг чел. Господи. Ты решил вместо меня умереть, спасибо. Ты бы от меня бы не дал сделать рингмастер. У него колесо не потрачено. Перейду сразу в верхний лес, мне могут продолжить чездить. А я прям на одну кнопочку. В комментариях очень часто писали, что эта музыка как из цирка. В тот момент рингмастера в игре еще не было. Прям две музычки играли так одновременно. Из линейки, из третьего скилла. Рингмастера. Лотар уже вот-вот. У Варлока что? 7 зарядов. И левел 11. Ничего себе. Варлок такой прям крупненький. Я пока, кстати, буду ваншотать. С такой-то нейтралкой. А, тир 2 уже. Что там у нас есть? Ух ты, линза моя, линза. Ну, смог нажмем какой-нибудь. Там, конечно, было. Я хочу лотар добить чутка. Я не в чат это сказал. Есть помощь? Пробуй свапнуть Магнуса. Хорошо. Свап есть, дружище, но почему я за... встал в ульту у этого чудовища? Пиздец, блин. Ну, я на хосте буду. Давай так убивать. Хорошечно. Смотри, ВК за тебя всех убил. Ладно, базар, оно. Дровку убил. Кто дровку убил? Квапа выстрелил дровку опять? Вот знаешь, он проиграл мид, который нельзя проиграть, и делает пиковы, которые нельзя делать.
Ну это как, помнишь ВК, который союзный был, который бежал, ну начинал такие проигрышные файты, после которых вся вражеская тима в таверне оказывалась. Угу. Парень просто физил под вражеским Т3 раз за разом. Но почему-то он настолько долго держался, что мы всегда успевали прийти. 400 хп это очень жестко, но секунда стана, погнали, секунда стана. У него нейтралка на весы? Нет, а почему я промахнулся по нему? Пакри остается, надо выйти. Капец, лардер вообще не двигается. И это он с гварди... Это он... А почему? У него там 100% сопротивление замедления. Там только первые 3 секунды. Ну да, а, ну видимо давно нажал. Но это он зря. Слардер, это самое, оставляй себе гвардиан этот, понял? Вот эту штуку, чтобы сбежать. Заранее не нажимай, а то это самое. Ты вообще сейчас не двигался. Ну да, я даю ТП, да? Нет, принял. Хорошо. Забудь, здесь рамлет не дали. Надо шартика. А, спрятал пока. Эх, дизоль не заряжается. Сильвер готов, прекрасно. Давай с талантора на стана. Я без ультимейта ничего не хочу, прошу прощения. Гопа ДДРша. Решан, кстати, да, фишный. Со слардаром там. Гриммер Кейп. Пак ваншотный, просто ваншотный, просто как подойти к нему. Прекрасно. Только с пака не получилось заряд дизоля взять. Что за дисперсия? Причем дисперсия? А, дисперсер! Он имеет в виду. Нормально вы дамажите. А только все равно не прокатило, да? Скорость атаки плюс 70. Съебывать надо. Надо Рошана, гайс, все-таки я Егис бы взял, мы просто можем идти вниз. Я на топе уже под Рошана через 30. Ладно, чтоб Сардар пошел. Я должен такой плюс-минус крит выпадать. У тебя 300 плюс армлет, плюс дизоль, плюс счет. Так, разумеется, должен, раз выпадает. Там противники не понимают просто, да, откуда урон. Плюс еще твоя пассивка, да нет. Выход из стиллера. Да нет, это хуя урона. Ты еще подо мной был. А медалька никак не разгоняет. Тебя... Она не дает урон? Не-не-не, только скорость атаки и этот, и... Господи, как называется? Ну и броню, и минус броню. Так, не, давайте шарф сразу. Там... Дефаза. Не броню, а как ее? Ну щит, щит. Рошан. Так, да, не хочется сейчас Рошаном заниматься. У меня ваншотный просто на боте стоит на паке. Просто ваншотный. Но мы очень быстро.
меня Владный. Смотри, какой у тебя урон потом. Угу. 1160 без сильвера. А дай-ка я сильвера ёбну. 1500. Понизу. Я пошел пака скаутить. Надо сильвер сперва дождаться. Он где-то здесь сейчас качается. Скорее всего, на этот спот перешел. И будет смотреть активную руну. И реализация таланта на стан. Если не талант на стан, он бы благополучно задиспелил. И скорость атаки, погнали. Руна контента. Вася, о чем вы? Я убивал дровку. Я подлетаю. Хорошо. И 26 зарядов дизоля готово. Это оригинальный Магнус. Железо 2 килов с дизоля не получил с пака и с Магнуса. И давайте Кирасу. Просто потому что могу. Так бы не брал, разумеется, ее. Кирасу я писал. Хорошо. Ой, плюс 4 к снижению брони. Было плюс 5, кстати. Я вышел. Мне спешить некуда. Мне и так хорошо. Пак. Родной мой золотой пак. Палево произошло. Бывай без Дейгиса уже. Господи, какой ты изворотливый. Не надо грибчиков побить, у меня хп. На боте сейчас виданет пак. На топе пак. Не показывайся. Спасибо. Я думал, наоборот, подставится. Не, они не поверят. А тот вард. Представь, я же взорву тебя. Ой. Видимо, не взорву. Там вард, все еще вард, я его не успел, по-моему. Печально. Да. И СНТ. Я бегу к вам, но это очень долго. Не взорвется? Там чистый дэмэдж. Так, попробуй отпушить линию. А если Кираса? Прокатит? С Кирасой должно. Кираса еще очень много брони дает. Зеленый. Против дровки. Дровка белую прошибает. И вообще плевать. Так, на боте вижен, как сказал Ваня. А вот на миде может не быть. Вот на миде может не оказаться. Ага. Нет, тут вижена. Быть не может. Как мне видно было за деревом. Кстати, видит. Видит. Вы видите? Вышел подкачаться кто-то. Пока не знаю кто. И уже ушел. Очень аккуратно.
Не, ладно, пойду отсюда. Че, мы качаемся, ждем Нексершана? Получается, что так. Что-то мы хуёв наелись резко. Так, а может тревела взять, чтобы за всякими рисками гоняться? На большом спате останешься? На большом спате останешься? Что это нахрен? Он же без гема. Как это вообще возможно? Поставьте актив, поставь. Я ж минут 10 никого не убивал. БКБшку еще, видимо, брать придется. Не выхожу на линию. Молюсь на то, что пак поставится. Опа, я в мизе уже нужен. Ладно, давайте свечусь на топе. Спецом. Пацаны охуевают в мизе, а я уже бегу туда, сломя голову. Дровка там не позиция, мы ее видим, можем на дровку сесть убить. У них пак далеко. Го-го-го. Магнус самая приоритетная цель. Курьер микропалево создает. Вот такое терпимое. Смотреть на колесо я не хочу. Потрясающе. Это просто прекрасно. А у тебя бабки на ГОСТ есть? Может, повторишь? Нейтральных. Да, есть. Ну не, рисуется, рисуется. Давай охлаждаться. Тогда продал. Мне надо крипчиков убить. Охуеть. Не успел прыгнуть. Что тебе? Ты на тебя на вражеском фонтане уехал. Напали? Я уехал. Вот так напали, я... да. Тут все по факту. Годровку, дровку. Сентри успели воткнуть. Не в радиус нашей сентри причем. Кстати, шансы на финансе огромные. Нихуя себе фокусы от квапы. Ну как я и сказал, шансы на фидонить огромные. Ну ладно, мегасы мы особо не рискуем. Слапайся с варлоком, у него глиммер, пускай ебется как хочет. А, у него все нет. Опа, глиммера, он на себя нажал. Ладно, пробуйте убить Брисла, мы же прокатим. Сори. Простите. Да, спака свап, ну очень короче. Было дело. Так, погнали искать кач. Что-то не могу понять, что у меня армет не врубается. Действительно, что это? Ты его продал? Да. Ну да, логично. А здесь армет не врубается. Сука, сколько можно? Ну вот такой вот армлет. Не покладистый. Чё, он же просто на один укус. Так у него реакция какая-то нереальная. Бустерок? У Пакта? Нет, у Магнуса. А-а-а.
Ну, Магнус, слушай, он и на линии много... Да-да. Там один раз он мемно проехался мимо, когда мы их обоих убрали. Но это просто у него мисклик, наверное, был. Вообще, если бы не странный билд Брисла и странные движения, то они бы линию эту разъебали вообще в нулину. Ну, мы, да, я ж там сколько, раза 3-4 нафилил. Ну, каноничный герой, отыгрываешь мстительный дух. Ну, давайте, когда я Mortal Strike. Вот заходишь ты такой в доту, думаешь, возьму жирного, ну, танка, типа, Брисла. А как здесь пак вообще оказался? Он, а главное, стоит, смотрит на меня. Побежал. Я хотел уже под тебя дровку свапать. Ты мне или Слардару? Опа. Блядь, сколько мощно. Спасибо. Так, ладно, гост я беру, все. Хорошо. Он какой-то убедительный. Стал на Магнусе, да. Маны чутка не хватает. О, зато Магнус уехал. Не, хочу подраться еще. Опа, это все мне? Нет, это все Варлоку. И Варлок доломает, походу. Хорошечно. Успел. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо тем, кто ставит лайки, кто пишет комментарии. В описании ссылка на Twitch, на мой второй канал Похуя, на Пати Буст и мир вам.